Приветище, это Нек2, и сегодня у нас серия начнется с того, что мы будем просматривать новый скинчик, аквамариновый, или как его тут называют, прыткий Нек. Собственно, какие у него есть штуки прикольные? Сокращается период уязвимости после атаки. Уязвимость, как это понять, я пока не понимаю, но есть особое действие. Если нажать вот эту вот комбинацию L2 плюс квадратик, ударная волна у нас появляется. Что ж, давай посмотрим хотя бы на ударную волну. Значит, выглядим мы вот таким вот образом. Есть у нас еще рубиновый, ты можешь их посмотреть, вот обычный. Чем они отличаются? Есть разница? Ну вот по ушам, смотри, по ушам я вижу. Кисточки у аквамаринового какие, видишь? Вот, а у рубинового они такие прям кистищ мощные, сильные. В общем, как бы возвращаемся к аквамариновому. Конечно, рубиновый выглядит поинтереснее, он такой жесткий. Значит, давай попробуем нашу новую комбинацию. Вот она, взрывная волна. Вот как она выглядит. Она похожа на Нека из первой части, но анимация другая. Перелопачена. Нек как будто на этом взрыве подлетает. Как будто у него пукан подрывается, и он улетает вверх. Сейчас тебе еще раз покажу, смотри. Опа! И вот так вот, опа! И, короче, мы так можем прыгать до бесконечности, походу, пока у нас янтарь не кончится. Ну, затея прикольная. А по поводу неуязвимости, вот фиг его знает. Вроде бы как прыткий Нек означает, что он очень быстрый, шустрый. Кстати, заметь одну деталь. Когда я разбиваю ящики с реликтами, там нет реликтов. Там аквамариновые реликты лежат. Это продумали разработчики, это круто. Здорово, ребят. Как насчет неуязвимости, а? Давай-ка я сейчас бомбану своим пуканом. Вот так вот, волной тебя накрою. Ну, собственно, я думаю, что на этом можно закончить. По поводу неуязвимости, ну и так понятно, что это про кристалл, который дает нам суперспособности. Это речь про него. А мы возвращаемся в сюжет. Пора положить конец плану Ксандера. Ох ты, они прямо до нас идут. Лукас, щемись, щемись. Прячься куда-нибудь по что-нибудь. Да ладно, шучу, я сейчас разберусь, все будет. Короче, мне в комментариях написали, что когда я получил Разенган, способность Разенгана крутую, вот это вот, смотри, то у нас пропала фишка в 1000 ударах с апперкотом. То есть, помнишь, в конце у меня была фишка, типа я бил снизу кулаком, подкидывал противника, и он так красиво улетал. Теперь, когда у меня есть суперспособность вот эта с Разенганом, у нас отобрали апперкот. И это очень обидно, потому что я его специально прокачивал. Ой, это я устройство открыл. Где у нас усиление? Да подожди, мне усиление надо открыть. Усиление, вот они. И кажется, вот он. Добивающий удар он называется. Вот как он выглядит. То есть вот апперкот, и противник полетел. И я отдал за него... Сколько я отдал? Я не помню, сколько я отдал. Но, короче, я, по-моему, 2 таланта отдал за вот этот добивающий удар. И под... представляешь, и теперь у меня его отобрали, заменили. То есть можно было его не качать, учитывая последствия. Такие-то дела. Ну что ж, лучше пусть у меня будет этот Разенган, чем добивающий удар, потому что Разенган нам очень важен, ведь с помощью него мы можем сбивать вот эти щиты. Ух ты, ты используешь против меня вот эту вот вспышку. Так, давай мы, знаешь что, на. Потуси, потуси, я сейчас тебя еще, да, хова. И вот так вот еще, ова. Ништяк. Не очень хорошо. Че не очень хорошо? Все нормально, не паникуй. Здесь нет тайников, я ничего не пропустил. Надеюсь, не пропустил. Поворот направо. Что ты сделаешь? О, взрывные, взрывные штуки. А, ты обычный? Ну, с обычными неинтересно вообще. Они быстро дохнут. Это заберу, лавочку снесу, лампу тоже сломаю. Лампы, кстати, смотри, теперь не с янтарем, а с каким-то голубым камнем. Чисти. Жалко. О! Братюнек там пугает кого-то. Иди сюда. Да все, они уже сдохли. Ой-ой-ой, самонаводяшка. Самонаводяшка, это не круто. Кажется, тайник нашел. Пойдем сбегаем. Лучше туда. Точно тайник. А ты там роботы такие страшные. Оу. Даже выбора нет. Прикольно. Изумрудный реликт. Осталось совсем немножечко. Ну как немножечко? Множечко осталось еще. Множечко. Вот так бы я бы сказал. И посмотри на мое комбо. Мне бы сейчас не обосраться. На тебе. Мне бы сейчас не обосраться. Как-нибудь. Давай я сейчас вернусь. Опа. Черт, ну блин, не дал мне в него бумеранг запустить. Ух ты, козлина, я сейчас из тебя реально консервную банку сделаю. Буду туда тушенку закидывать. И ты меня еще ударил, и 2 раза ударил. На тебе.
Ну давай, стрельни. Опа. Вот что я хотел сделать с тобой. Вот почему я так сразу не сделал? 21. 21 очко комбо. Я профукал. Блин, обидно, конечно. Очень обидно. Что вот это вот? Что? Почему стенка здесь покрыта янтарем? Может, я залезть как-то могу туда? Не знаю. Ну, сейчас попробую. Они разрушают город. Прикинь, Лукас. Ты представляешь, до чего мы дошли? Мы каким-то макаром, ну, как бы не мы. Хорошо, что ты нашел этих роботов вообще. Но, Лукас, это все равно из-за тебя. Если ты не нашел роботов, они бы не пробудились. Здорово, пацанчики. У меня тут к вам предложение. Опа. Ух ты, ты ударил меня, да? Ударил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как меня тут размотали. И тот еще своей булавой. Так, один... Два, с тобой сейчас разберемся. Получай. Ах ты ж, ё-моё. Да вы офигели. Вы просто офигевшие типки. О, бронированный типок прибежал. Опа, за тобой. Ну давай, Нек, ну что ж ты тормозишь-то, блин. Еще я об машину обжегся. Как можно было об машину обжечься? Скажи мне на милость. Ты, у тебя кожи даже нет. Нек. Ладно, мы два раза обосрались. Третья будет успешная. Как я их? Ох, сразу троих одним ударом. Так, ты подожди. А, у тебя щит, блин. Плохо. Надо его разломить. Так, теперь подожди. Ай, не успел прыгнуть. Комбо. Идите колотить. Я хочу комбо. Что ж, со своим мечом. Ой, он еще электрический. Еще и электрический. Капец, на тебе, да кинь бумеранг ты в него, задрал. Йо-йо-йо-йошки, где мое йо-йошка, ай-яй-яшка. Так, нам вниз, по всей видимости, надо будет сейчас. Это был потный поединок, я тебе хочу сказать. Нагнули меня тут знатно, но я постарался не прогнуться. Значит, идем направо. Сейчас будет что-то, мы в подвальчик идем? Нет, ну сейчас явно что-то будет интересное. Люди, здорово. Тайников тут не видели никаких? Сокровищами? Может быть, монументы со способностями? В комментариях, кстати, верно подметили, что после того, как я подбираю монумент, появляется кристалл с неуязвимостью. И, возможно, стоит на это обратить внимание. Ведь... А, он с щитом. Во, неуязвимость, пожалуйста! Так, вихри напускаем. Вихри, вихри, вихри. А я там еще какие-то новые способности же открыл, я уже забыл. Че я там открыл последнюю? Какую способность? А, стрельба! Да, точно, я мог стрелять, я что-то забыл про это. 1000 удара делаешь, и ты стреляешь как из пулемета. Значит, нам надо вернуться обратно, я уверен, что там что-то пропустил. А про чем я вообще говорил, я забыл. Заболтался. Про неуязвимость. Про неуязвимость. Что когда есть неуязвимость, значит есть где-то рядышком монумент со способностью. Но не всегда так это бывает. У меня, кстати, смотри, комбо уже сколько, 32, обалдеть. Вот здесь вот ящик с янтарем и с опытом. Я думал, тут сейчас будет монумент. 2 очка таланта, давай что-нибудь прокачаем. Прокачаем, прокачаем. О, смотри, открылось. Смотри, что открылось. Продление оглушения. Противники, которых поразил бумеранг, будут оставаться оглушенными на 50% дольше. Это классная штука, кстати. Но 6 очков таланта на это тратить, как бы, ну, такое себе. Ускорение бумеранга. Вот можно было бы прокачать ускорение атаки. Вы будете быстрее наносить удар ногой. Нет, хочу руками. Ускорение. Быстрее наносить удар. Просто быстрее буду наносить удар, да? Руками, видимо. А это что такое? Бросок крюка. Подтаскивая к себе противника, нажимаете, чтобы нанести нокаутирующий удар ногой. Просто. Ну давай вот это вот вкачаем. Учитывая, что у меня апперкота нету, нокаутирующего этого удара в конце града, пусть у меня он будет хотя бы здесь. Значит, подтянул и лупанул. Все. Сейчас затестим, если будет возможность. Мне каких-нибудь мелкашей найти, на ком будет это просто затестировать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вниз спрыгнуть? Сколько здесь янтаря? А ну там не совсем мелкаши, я бы тебе сказал. Блин, а можно мне мелкашей? Блок. Один просто размотался.
Мне бы мелкошей. Кстати, иди сюда. Да не туда ты. Кого ты хотел там притянуть? Иди. Да ты что, не дотягиваешься, что ли? Ой-ой-ой, пробили меня. И все, комбо улетело нафиг в гагры. Давай, хватай его, надо проверить. Вот, сработало. Все сработало. Хорошо, наверное, жить в щите. Ну, у меня его, увы, нет. Выкусил. Мужик бежит, кричит. И такой, все, успокоился, типа, на где всех расшибил. Че ты сел возле ворот? Обожжешься. Значит, у нас есть возможность запрыгнуть наверх. Здесь янтарь, там янтарь. Давай вот это выдвинем. Ага. Эй, пупсик. Ох, как я его там в углу зажал. Значит, нам сюда. А дальше нам куда, наверх запрыгнуть? А зачем вообще? Перепрыгнуть? Нет, не перепрыгнуть. Нам нужно вон туда. Вон туда. Давай вот это тоже подтянем. Привет, пупсики. Здесь кто-то сидел, кофе пил. О, как там у нас паукан, ракетник. Шарики, а можно шарики возьму? Я хочу шарики, шарики, классные шарики. Ой, шарики улетели. Я все размотал. Ну, ё-моё, какой я неуклюжий-то. А, там еще вон есть шарики с мороженкой. И мне в пукан прилетел снаряд ракетный. Кавабанга, вот так вот вам. Ну все, настало твое время, я иду с тобой разбираться, хотел сказать. Типа, я разобрался с твоими мальками, но он напускал еще. Ай, черт, не успел вернуться. Вот так вот. Я тебе сейчас раз... У меня есть новый прием, я тебе сейчас разенганом как шлепну. Вот так вот тебя. Вот так вот тебя. Уходим, бумеранг. Ну, последний удар нанеси ему. Дай! Да, вот так вот, отлично. Красавчик. Тайников здесь нет случайно? О, шарики, и надо отпустить их на волю обязательно. Тайников здесь вроде бы нету, хотя могли бы быть. Мусорки, давай поковыряемся, чё бы нет. Может, Нек больше никогда в мусорке не поковыряется. Один из них. Я вижу, что там один из них, и что? Мы так долго до него бежали, они шли к нам. Полицейский куда-то удирает. Ого, а кто это? Кто это ракеты стреляет? Прям в мирных жителей. Вы чё, офигели, что ли? Так, что-то у нас здесь там есть ящик. Да блин, как меня бесит, когда он об машину обжигается. Ну это вообще дно. Это дно, ребят. Зачем вы сделали, что мы об машину можем... Тайник где-то рядом. Что мы можем обжигаться об машины. А как нам туда запрыгнуть? Через верх, через... А, я понял, как нам туда запрыгнуть. Нам нужно сейчас ящик подтащить. А там сверху, смотри, еще и опыт есть. Мы туда доберемся? Каким-то чудом я туда допрыгнул. Это здорово. Это хватаем. А еще меня бесит, что тут все комбинации сделаны на одной кнопке. Допустим, вот смотри, чтобы мне сделать бумеранг, мне нужно зажать треугольник. Но чтобы реактивно подтянуть кого-то к себе вот так вот, вот этой рукой, мне нужно быстро нажать на треугольник. И бывает, что в битве ты хочешь подтянуть противника, опускаешь бумеранг. Ну вот, путаешься, вот просто тупо путаешься и все. И как бы это очень не круто, на самом-то деле. Это... Так, нам вот сюда надо. А тайник, подожди, тайник не пиликает. А где же тайник тогда? Вот сюда можешь сбегать? Вот он, чуть не упустил его. Я почему-то думал, что он наверху. Ну все, здорово, то есть здесь тайники, тайничичище мы собрали. Топас. А, нет, я прошу прощения, в комментариях мне писали не Топас, а Топас. Топас. Как имя какого-то мексиканца, ё-моё. Топас. Значит, у нас уже Топазов. Я не знаю, правильно это? Топас, ударение на А, типа, падать, да, должно? Ну, ладно. Короче, у нас осталось совсем чуть-чуть Топазов набрать, и все. Блин, реально, теперь, когда ударение на А, Топас. Как имя мексиканца, ну, серьезно. Ладно, все, проехали. Так вот, запрыгиваем. Потом вернемся, потом сюда. Уменьшаемся обязательно. Вентиляция, точнее кондей. Вот, потом снова на кондей. Потом вот сюда шлеп. Потом сюда бегу.
Опа, по черной лесенке я, походу, поднимаюсь. Там коробки, которые можно было разбить, возможно, там опыт. Ладно, не буду уже возвращаться за ними. Фиг с ними. Лукас на крыше. Лукас, подожди, а то обосрешься без меня. Дальше я сам. Ты немного хрупок для того, что там происходит. Я просто хочу быть полезным. Полезным? Ты понял, что происходит? Нашел центр управления, вытащил нас с того острова. И еще отдал Ксандру артефакт. Эти сверхсильные роботы — моя вина. Все ошибаются, Лукас. Важно, что делать дальше. И все же я думаю, что это моя вина. Я тоже думаю, что ты накосячил. Что я наделал? Ой-ой-ой. Ложись! Ничего, Лукас. Мы исправим все. Блин. Глава 13, часть 2. Вторжение. Дубль 2. Вспомни первую серию. Именно здесь мы и начали. Именно здесь. Обалдеть. И все повторяется. Но у меня здесь уже все собрано. Слушай, смотри, все три тайника собраны. То есть, если бы я знал, что мы будем заново проходить эту главу, можно было сюда и не возвращаться. Ну, в смысле, переигрывать эту главу, чтобы собрать все сундуки, все тайники. Обалдеть. Но, когда я играл в первый раз, у меня не было вот этого Розенгана, и роботы были без щитов. Вот что я тебе хочу сказать. Так, ну, мне тут смысла, в принципе, нет что-то искать. Иди ко мне. Иди ко мне. Вот так вот, да, а, да, и ты тоже иди ко мне. Ай, ай, это электрический. Блин, комбо свой сбил. Из-за тебя сбился комбо. На тебе. Вот так вот, да, как мячик футбольный пенал. Винторидзе забираем. Давайте, прыгайте ко мне. Прыгай, 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 пупсик. Готово, готово. Да в смысле он в меня попал? Вот он, пупочного. Нафиг это комбо. Ну нафиг это комбо. Точнее, ну да, комбо. Счетчик комбо. Когда ты вот так вот обсираешься. Я побегаю кругом. Побегаю кругом. Мимо! Или нет, то он попал в меня, засранец. Знаете. Откуда ты электричество? Да, ты что, из-под земли электричество достаешь? Достал. Знаете, Розенганом. Вот тебе. Пах. Ворот. Отстань от электричества. Да я чтоб вернулся, идите колотить, смотрите, тут литрешка, катрешка, ты что такое-то? Бесит, когда что-то не получается, ты стараешься, что-то делаешь, а у тебя не получается, и как жопа с ручкой выглядишь. Даже катсцены те же самые, слушай. А мы на стройку тоже забежим? Помнишь, мы на стройку забегали? И там разматывали при помощи здорового такого булыжника. Ну, не булыжника, а этого. Который здание-то ломает своими, своей сферой здоровой. Забыл, как эта машина называется. Жопой поскоблили асфальт. Нормально. И упали. Ну да, блин, все то же самое. А смысл? Зачем это делать? Я не понимаю. Зачем опять переигрывать это все? Мы вначале играли, теперь сейчас играем. Ух ты ж, ух ты ж. Ух ты ж. Готов? Можно, блин, просто взять и вставить первую часть. Скачать с ютубчика свое прохождение и вставить. Ну, здравствуйте. Даже слова те же самые. Вон там тайник, смотри, который я собирал. Ну, капец. Вот он, открытый, пожалуйста. Да, разработчики заленились, конечно, очень заленились, что тебе хочу сказать. Сейчас нас тут будет большой робот преследовать, Титан. Вот он. Идет и хочет, но у него, кстати, крылышек нету. Он меня не видит пока. Сейчас я настройку выберусь и как тебе там надаю... Как надаю? Или ты мне надаешь, не знаю.
Ломают здание, козлята. Ну ничего, ничего, надеюсь, оно застраховано. Опля, увернулся. Сюда, вон туда. Да я даже на вас не буду обращать внимания. Стреляйте там, в кого хотите, я просто сюда забегу, запрыгну и все. Аллея, оп. Дальше нам вот туда. Пока-пока. Не попал ты в меня. Ох, как это сложно, когда против тебя куча... А я, кстати, подрос, да? Я стал больше. Ну да, точно. Так, вентиляция открыта. Я иду. Помотай головой, Нек, да. Он так няшно мотает головой, у него так ушки шевелятся, забавно. А, тут у нас нету этих реликтов. Они остались наверху. Черт, ну давай, давай, давай. Оп. Это тоже сломай, и это тоже сломай. Вот, отлично, неплохо, уже неплохо. Пупочек. Там открылось, я бегу спасать вас, людишки. Но ты как-то промахнулся, тебе не кажется? Прям капец как. Давай я сделаю вот так вот. Улетел мальчишка в космос, потому что дуралей. Еще выше. Я сделаю... Ай, отстой, стой, стой, стой. Я хотел сделать вот так вот. Теперь на поршни, на поршни, на поршни. Янтарь, это хорошо, конечно. Виу, полетели, стоп. Опа. Ох ты ж, ё-моё. Как я красиво видал, сделал. Вот это я сейчас заберу. Тут должен быть... Да, куча реликтов, обалденно, сейчас подрастем. Так прохожу, как будто в первый раз, но я-то знаю уже тут все. Может тут концовочка как-то изменится, я не знаю. Хотя навряд ли. Ну вот мы сейчас к крану уже подходим, к стойке в смысле. Кавабанга! Опа! Да-па-та-да-па-ту-ду-дух! Бабух! Как я на них, а? Я так посмел мою комбо сбить! Ай-яй, мелкий какой-то шпент! Крылышки свои заправь, слышь, бугай! Вылупилась тут бабочка здоровая, жирненькая. Вот это сломать, и там, кстати, тайник был. За этой машиной там проход есть маленький. Та-ря-та-та-ря-та-ря-та. Все, я иду к тебе. Он сейчас будет тачками в меня кидать. Ну я-то уворотливый пацаненок. Так что ничего не получится у тебя. Рукожоп. А я вот, пожалуй, возьму машинку и покидаю вот туда. Ловите. Надо было сразу так сделать. Все, вот здесь вот сейчас будет битва у нас с ним. Машина в машину. Получай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я первый, я попал, я попал. Ну ты спрыгнешь, нет? На тебе, электричество он зарядил. А, я забыл, что он умеет вот эти вот взрывные волны делать. Надо просто уворачиваться за спину к нему и все. Опля. Никчемный роботишка. Оголил своя пупишка. Прикольно звучит, кстати. Никчемный мальчишка, оголивший свой пупишка. Пупишка. Ну все, я ему пупок пробил просто насквозь. У меня там дырище теперь. Ну. Че, куда ты побежал? А, ну стройка, вот она. Да. Капец, целую главу заново перепроходить. Это ж какое дежавю, блин. Реально дубль 2. И вот он, этот кран. Нет, я вот понял. Вот это вот фигня. Вот это про эту сферу я говорил тебе. Эх. Опля. Как круто, когда ты уже прокачанный, да, сюда бежишь. И они так быстро вздыхают. Вот тут, кстати, тоже тайник был. Вон туда вот сейчас мы с тобой бежим.
Ой, кто-то там меня стреляет. Вон справа дорожечка, и там вон проход. Там то, что Аник спрятал. Я его тогда первый раз, когда играл, не заметил. Перепроходил эту миссию, чтобы забрать его, этот тайник. То есть, ты представляешь, я перепроходил целых два раза эту миссию. И с учетом дубля. То есть, первый раз я прошел, пропустил тайники. Потом еще раз, два раза проходил, чтобы собрать тайники. И еще дубль. Вот, ну, то есть, сейчас мы вот играем. Четыре раза я перепроходил вот эту главу. Это ж обосраться можно. Давай. Меткий глаз. Зоркий, как Атас. Прыжок. Хватась. Бабась. Это подась. И сейчас я их размотаю. Ну, не я, конечно, а вот эта вот штука. Гиря, если можно ее назвать. Гирей. А теперь я на нее сейчас как шлепнусь. Голованга! Эти черепашки отдыхают вообще. Чипинг. Еще один остался. Еще один. Одинёшенька. Ох, это эпично. Вот на это можно смотреть вечно. Как Нек уделывает роботов. Копы смеются такие, знаешь, смех у них. Ну все. Титан. И вот здесь вот заканчивалась наша глава. Но сейчас она продолжится. Или здесь она не заканчивалась еще? Не помню. Уже забыл. Да, здесь она заканчивалась. То есть меня просто взяли и раздавили, как таракана. Как муху на стекле. А он такой, ну все, я его раздавил, пойду дальше заниматься своими делами. Ага. Ай да хитрюга Нек. Глава 13, часть 3. Титаническое восхождение. Я сейчас как взойду, как всем пукан, на глаз натяну. Вот здесь вот можно подняться, да? О, да там даже лифт есть, ничего себе. Благодарствую. Дальше сюда, вот. Как прикольно по ним перемещаться, слушай, так удобно сделали. А тут есть тайники? Нет, тайников здесь нет. А было бы прикольно, что в Титане где-то спрятали тайники. Дальше на руку, да, надо будет прыгнуть. Блин, ну это круто, там вон танк снизу ездит. А такой шпент, меня никто не замечает. А, стой, смотри, какая тут фишка-то. Нам нужно вот что сделать. Сюда запрыгнуть. Теперь сюда. Дальше как-то наверх надо перебраться. Давай. Все трясется, ё-моё. Кажется, нас запалили, слушай. Ай, козлина. Жестяная банка. Ё-моё. Да в смысле? В смысле? Как это он меня стряхнул, как блоху? Ладно, пошли еще раз. Прыжок. Просто нужно вовремя прыгать, да? Увернулся. Потерял меня, да? А-а-а. Зеньки-то у тебя не все видят. Вон туда надо запрыгнуть. Опля. Я у тебя под сосками и под грудью бегаю. О, здесь отличный вход, смотри. Только я не знаю, куда я зашел. Спереди зашел, сзади вышел. Простите меня, но это звучит как-то не очень. Опля. Ну все, я в голове. Мне в комментариях как-то писали, что я буду им управлять этим титаном. И вот этот момент настал. Ё-моё. А что я умею делать? Удар. Усиленная атака, ракеты. Получайте, пойдем. ХДПТ, ДТДШ, 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 ух, круто. Давай-ка удар. На тебе. Ау-ей. А здание можно ломать? Я, кстати, поворачивать шибко-то головой не могу. Вот что плохо. Хотя вот вроде поворачиваю.
В здание могу ударить? Могу, но как бы ничего не происходит. Блок у меня есть вот такой. Топтание. Я могу еще раз топтать противников. Давай я его сейчас ударю. Ой, хотел ударить, но... Давай ракеты в него. Блок. Еще раз блок. Ракеты готовы? Запускай. Е-е-е. Так, сейчас кого-нибудь потопчу. Сейчас потопчу кого-нибудь. Вон туда, давай подойдем. Усиленная атака. Хочу посмотреть, как она выглядит. Давай, усиленная атака, давай. Бех, вот ништяк. И давай топание. Во, отлично. Растоптать всех нафиг. И машины, и роботы без разбора. Усиленная атака. Надя, и вот ты меня бил, я теперь тебя бью. Жестяной рукой. И растоптать вот танк. И вот тебя тоже растоптать. Вот так вот тебя. Все, это капец. Прыгнуть надо. Прыгнуть. Я как-нибудь прыгну. Ну так себе прыгнул. А чё? А, вот теперь как я управляю, да? Ну ладно. Мне, правда, так не все видно. О-хо-хо-хо. Вот это круто. Вот это обалденно. Да перестань ты в меня стрелять. Не, ну титан это, конечно, вещь. Это здорово. А еще когда вот ракурс меняет, ну, камеры в смысле, просто взял ногой растоптал. Это здорово. Усиленные удары. Ой, апперкотик. Да ты что? Давайте просто смахну. Вон туда нам дальше идти надо, вперед. Ракеты. Бах-бах-бах. Камера опять переключилась. Здоровье у нас пока, ну, нормально, 70% от общего здоровья. Ты чё блоки ставишь, офигел? Батька пришел, он блоки ставит. Сейчас присуху буду пробивать, вы чё, парни? И танком тоже пробью. Между башней. Е-е-е. О, шарики, шарики, надо шарики взять. Чё я делаю? Нет, да там шарики были, ты чё? Ну, наклонись, не могу наклониться. Короче, тут движение робота заскриптовано. В каких-то сценах я могу наклоняться и поворачиваться, а в каких-то нет. Идем на поле футбольное. А как Нек знает, как управлять? Он мануал почитал или что? Там книжечка где-то завалялась рядом. Там столько кнопок, капец. Сейчас будет батл. Ё-моё. Блок. Титан против титана. На тебе поддых. Еще поддых. Ах, я блок не успел поставить. Вот поставил. Еще блок. Нек, мы сейчас сдохнем. У него фул хп. Ракеты, ракеты, ракеты. Блок ставит. Оттолкнул меня. А я блок успел поставить. На тебе. На, на, на. Оттолкнул. Ракеты. Ракеты. Черт, ударил. Я в блоке. Ты мне ничего не сделаешь, пока я в блоке. Оттолкнул. Чё ты? Чё ты? А, и он ракеты пустил. Поддых тебе. Еще ракеты. В башню. Заблочил. Усиленная атака лупит. А теперь мой выход. На тебе. И в башню. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Давай, усиленная атака. Готов. И добивающий. Пробили ему. Так, осталось еще... Еще один робот. И еще один, в котором я сижу. Черт, разбил меня. Ну все, остался один робот. Я прыгаю отсюда с парашютом. Е-ху! Погнали! Как это ты там ракетой запускаешь? Я ж тебя разбомбил. Я тебе ядерный реактор бомбанул. Ворот, 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 или цепляйся за нее. И полетели нафиг. А, перенаправишь сейчас ракету, наверное. Ничего себе ты умный, парниша. Блин, Нек настолько умен, что он просто... Он просто умен. Он гениальный. Это как в фильмах, знаешь. Реликты издалека из Гагар откуда-то прилетели. Комбо, минус два робота. Остался один.
Глава 13, часть 4. Финальный рывок. А здесь у нас уже есть два танечка. Самолетики не разбить, но это самолетики людей. Кстати, они смотрятся как у гоблинов, да? Мне кажется, у гоблинов даже посимпатичнее были самолетики, чем у людей. Ну, че люди? Не позорились бы такими драндулетами. Я сейчас посмотрю тайничок. Здесь такая полянка здоровая, могли бы и спрятать его, да? Мороженка, мороженка, шарики, 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 обалдеть. Я запустил сарики. Так, вон там опыт вижу, ящик. Ну, в принципе, все, погнали. Давайте, прыгайте, роботы. Здесь отличная поляна, чтобы спрыгнуть. А, тут вон, это, монахи. Че я с вами, думаю, нянчиться, что ли, буду? Не думаю, что нянчиться буду с вами. Так, мне показалось, или где-то тайничок запиликал? Не, наверное, показалось. А вот нет, нет, не показалось. Где-то здесь тайник пиликает реально. Вот он, вот сюда нам надо. Как-то я его услышал. Чуткое ухо подсказало мне. Ухо, брюхо. Значит, топаз, мексиканский дружбан. Собираем его. Топаз, блин. Все, это капец. Теперь в памяти у меня, я не знаю, в мозгу просто... Ай, в мозгу будет высечено, что топаз через А. И топаз — это мексиканское имя. Давай, отобьем шарики. И это тоже отобьем. Янтарь собираем. Кто это, бомбочки? Ой, 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 ой. Не-не-не-не-не. Ха, раздавить меня. Ай, попал в меня все-таки. Вот офигел. Ты офигел. Давай, собираю вот это. И давай вон в тех, кто в меня стрелял. Промахнулись. Мальца попали не туда. Колокол где-то бьется. Я услышал. Ой, нет, 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 нет. Я сейчас сделаю вот так вот. Черт, ракеты пуляет. Скотина. Тай, не дает, не дает, не дает, негодяй. Получи. Давай, взрывайся. Бомбочки машины не подрывают, это хорошо. Ну, КамАЗ-то я уже, наверное, не возьму. Он слишком большой. Ну, ударь ты ему. Вот, наконец-то. Теперь сюда. Не бойтесь, люди, я вас спасу. Че ты там как-то странно так сидишь, женщина? Что с тобой? Ты... Тут он, кто-то молится как-то странно в такой интересной позе. Так, тайник. Как удачно я здесь ящик разломал. Как-то быстро тут тайники нашлись. Слушай, глава, видимо... Вот, в смысле, не глава, а часть, видимо, очень короткая тут будет. Дайте мне топаз. Мексиканский топаз. Бурито топаз. Бурито и топаз. Где-то рядышком. Блин, ну все, это у меня теперь заело. Я теперь, наверное, буду сутки ходить и вот с этим топазом развлекаться. И подкалывать друганов. Так, значит. Прикольно. Я уже придумал подкол для друга. Поздороваюсь так с кем-нибудь. Здорово, топаз! Ну, конечно, на меня посмотрят как на дурака, но ладно. Зато я поржу. Прикольно, когда ты в теме какой-то, ну, шутливая, а другие не понимают, что вообще происходит. Ну, а когда ты в компании друзей, и кто-то из этого сечет фишку, да, кто-то понимает, о чем речь, вот тогда вообще ржачно. Ты со своим друганом заливаешься просто хохотом. А на тебе. Ой, не вернулся. Японский святой дух. Так, одного залочил, но недолго. Да черт, а тот... Да это сильно, конечно, сильно, 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 ничего не скажешь. Электрики подсосались. И во второго тоже. И вот так вот у вас. Все, размотал. Вроде бы казалось, я такой здоровый, можно было бы... Наконец-то можно бошку этого пауканоподобного робота взять. Чего вы тут на меня так смотрите? Получайте. Там опыт, пойдем сходим. Я знаешь какого роста? Метр, ну ладно, метр с кепкой хотел сказать. 7 метров с кепкой. Ну, то есть, под кепкой я подразумеваю 33 сантиметра.
7 метров 33 сантиметра. Я как бы решил опустить подробность, поэтому вот. Я бегал. Я прыжок веры почти был. Я просто знаю, что внизу сена нет, поэтому... Assassin's Creed не удастся тут. Спасибо, рабочий, что меня поднимаете. Мне как раз сюда нужно. Я на самом деле не знаю, куда мне нужно, но я точно уверен, что сюда. Вон последний. Драпает. Нужно как-то догонять. Вот так. Мужичек, подвези. Так сани немножечко. Как он его выдержал? Обхожу зону видимости Титана. Пил. Как меня этот истребитель выдержит? Я ж такой тяжелый. Ракеты пошли, отлично. Я знаешь, как серф. Я как на серфе. Я терплю бедствие. Мужик, прости. Я не хотел, чтобы ты терпел бедствие. Так, пошли за ним. Да вы чё с копьями на меня? Да это ж смешно. Ну, ребят, ну чё-нибудь. Конечно, вообще. Вот так вот тебе. Так, вот так вот. Тут еще какую-то фигню притащил круглую. Ёшку, что ли, притащил на цепи? О, паники. И смотри, кто там на футбольном поле. Я, кажется, на этом футбольном поле был. Нет? А, нет, это не футбольное поле. О, неуязвимость. Возможно, здесь где-то... Давай-ка я в них постреляю вот так вот. И все. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мишень не все выбил. Не все мишени выбил, и он туда. Вон ту мишень можешь пробить? Блин. Во, попал. Просто тут еще есть мини-задание, которое нужно выполнять. Я думал... Да, скорее всего, когда ты в неуязвимости, нужно по всем этим мишеням попасть, и тогда тебе дадут монетку. Нековскую монетку. Но это для... Как это? Для свободной игры нужно. Я, конечно, не знаю, для чего нековские монеты здесь, но как бы их дают. Если выполняешь определенное задание. Вот, например, здесь видно? Здесь не видно задание. Здесь только эти. Тайнички. Опс. Хопс. Ну чё, мужик? О, тут еще реликты есть. Отлично. Чё-то как-то маловато реликтов. И я сейчас так отхватил. Я сейчас так отхватываю. О, давай-ка ты отсюда спрыгнешь. Да ё-моё! Вот это да. Вот это разлет. Вот это меня, конечно, тут... Жестко натянули. Ну, как бы натянуть-то меня невозможно, конечно, а вот. Жестко рассыпали, это да. Как сахар. Как сахар просто. Сахарный мальчик растаял в воде. Готов. По тайникам, что здесь? Два тайника собраны, можно отсюда валить. Не, туда вниз нужно. А, там закрыто. Но тут вот я вижу, вот что есть. Опыт. Значит, мне вот так вот надо. Готово. Блин, я его не догоняю. Ну, как бы догоняю. 10 метров у меня рост. Круто. Мужик, подожди, притормози. У меня ноги короткие, я не успеваю за тобой. Отпнул эту букашку. Чего вы на меня прыгаете, такие мелкаши? Бежать вам нужно. Поезд. Я могу как-то с поездом взаимодействовать. Ну давай. У меня тут выжившие. А, я его поднимаю, потому что там выжившие. Колбасу такую затянул. Опасность миновала. Мне в другую сторону. Так, у нас есть 3 таланта. Куда ж мы их с тобой запустим? Ускорение атаки, вот что я хочу. Да, мне нужно пошустрее бить. Готово. И еще один талантик у меня в запасе остался. Так, а что, мне тут не пройти, да? Мне вон туда вниз надо спуститься. Окей. Нет, это слишком долго, давай побольше. Эй!
Нифига себе, почти с его рост. Ну, с его ногу точно. Сегодня столица. Завтра весь мир. Какой же ты уродец. Ты так просто не сдашься, да? О, чего еще ожидать от героя, спасителя мира? Ксандар, твоим планам конец. Это мы еще посмотрим. Столица моя! Ты что, знаешь кунг-фу? Стоечку такую принял. Я думаю, надо вначале разобраться с его подчиненными, типа, да? Готово. Так, там еще на той стороне они были, вроде бы. Ха! Ну ты прыгаешь, конечно, круто. О-о-о, нифига себе. А почему я так не умел стрелять, когда я был в роботе? У тебя что, какой-то крутой робот, что ли? Блин, я, видать, не того робота выбрал, в который сесть надо было. Ну чё, давай. Я тебе покажу свой кунг-фу. Вот так вот уменьшишь, ты меня даже не запалишь. Блин, как ты, к тебе подойти надо? Ага, мимо. Все, думал, так все просто будет. Я могу вообще вот так вот спрятаться, ты меня даже не ударишь. Мимо опять. Мимо. Ой, ракеты пошли. Ладошку сюда положи, я по ней постучу. Ну, ладошку свою положи. Мимо. Мимо. Ох, нифига себе, что ты... Во-во-во-во. Блин, опять не успел. Но броню сбил, кстати. Не сможешь уничтожить даже дынок. Это что? Так все плохо? Блин, надо не уклоняться так. Надо подождать, пока он ударит. А вот так вот надо было. Вот успел ударить. Ох, как это близко. Еще сбил. Ну, по чуть-чуть получается вроде. Блин, я очкую, конечно, немножечко, но ладно. Не достал. Получил. Ух, знатно мне досталось. А если я к нему снизу подойду, я могу это сделать? Вот ради интереса сейчас к нему подойду. Он, конечно, скорее всего, щит врубится какой-то. Или он будет топтать меня, я не знаю. А, он запрыгивает, ага, понятно. Ой. Я тебя с этой стороны бегу. Ух, сколько здесь янтаря-то, кстати. Сбил. Не попал. Еще и... Блин. Ну, е-мое. Ударь ему. Ну, хоть ударил. Давай вот так вот сделаем. Есть, пробил. Пробил щит. Там роботы прискакали. Ты в своих интересах действуешь, Сандер. За Сандер. Так я вон в него кину. О, отлично. Отлично. Наши самолетики летят, это хорошо. Ребята, ну отошли. Так, вот это я возьму. Вот это возьму, туда кину. Блок поставил. А, так попал, смотри-ка. Броня с него ссыпалась. Вот это еще подними. Так, ну чё? Я к тебе смогу подойти или ты запрыгнешь? О, могу подойти, отлично. Могу подойти. Ой, а у меня сейчас тут размотает, конечно. Ракеты. А я в щите. Давай еще разок. Смотри, через ноги. Через ноги туда перепрыгнул. Есть. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть капельку. Все равно достал. Фейерверки какие-то, прикольно. В центре города фейерверки смотрю. Ракетные. А я за тебя заскочил. Вот если бы Розенган по тебе попал. Ух, что тебе было бы сейчас. За ногу его, давай.
Нужно быстрее. Роняй! Титанический триумф! Приз получен. Вот так, Нек. Ты проиграл, Ксандр. Твое правление закончилось, не начавшись. Ты что, плачешь? Ах ты, скотина! Подлая скотина, Ксандр.